Воздушный шарик в небе в роли опознавательного знака с одной стороны и символ грядущего фестиваля с другой. Воздухоплаватели сегодня рано утром начали съезжаться в Переславль-Залесский, где берет старт 13-й по счету фестиваль тепловых аэростатов «Воздушная фиеста». Вот приехали к нам уже 15 пилотов из Москвы, из Великих Луг, из Подмосковья и из Сыктывкара. И Переславль-Залесский в этом году впервые представлен двумя пилотами. В Ярославской области стало на одного пилота больше. Погодные условия для аэростатов значат очень многое. Действие первое – определить место старта и направление движения. Ветер в сторону озера, идеальный полет, никуда не выезжаем, стартуем отсюда. Пилот с 14-летним стажем Сергей Никитин приехал из Москвы. Сергей уверен, что покорение высот на тепловом аэростате – самый безопасный воздушный вид спорта и активного отдыха. Сами оцените, это не самолет, здесь нету двигателя, здесь отказывать нечему. В процессе стандартного полета, скажем, всегда летишь, берешь газа в два раза больше, нежели чем полет. В процессе спортивного полета, увлекаясь за спортом, бывает, в общем-то не смотришь на газ. Ну и, скажем, бывали случаи у пилотов, когда в процессе полета заканчивается газ. Ну и что? Он со скоростью парашюта приземляется на землю. Он быстрее скорости парашюта никогда не разгонится. 2500 кубов горячего воздуха, нагнетаемые вентилятором, наполняют оболочку шара. И через несколько минут десятки людей поднимутся в небо. Согласно закону Архимеда, благодаря горячему воздуху, которым наполняется воздушный шар, он может поднять в небо от 2 до 13 человек. И это при том, что вес полного комплекта теплового аэростата порой достигает до 500 килограммов. Ну, мы в ожидании, нам немножко страшно, но мы надеемся, что все пройдет отлично. Переславцы Максим и Ольга перед своим первым полетом заметно волнуются. Но желание поскорее увидеть родной город с высоты птичьего полета сильнее первобытного страха. И вот корзина, легкая, словно перышко, отправляется в небо. Максимальная высота, на которую может подняться тепловой аэростат, 4000 метров. Полет, как правило, длится не более часа. Приземление на другом конце города происходит без особых проблем. Дальше уже традиция. Пилот воздушного шара. Впервые в мире поднявший воздух новоиспеченных воздухоплавателей дает ему право вводить городские титулы. Это не сказка, не история. Этот указ есть в французской национальной библиотеке в городе Париже. Максим Завьялов и Ольга Опекалова обряд посвящения прошли. От полета ощущения самые позитивные. Да, абсолютный восторг, я с этим согласна. Ты никаких иных чувств не было. И красота, когда над городом летишь и над озером. Когда поднимаешься в воздух, забываешь обо всех мелочах жизни и просто наслаждаешься ею. Мне кажется, это потрясающе, да. Начало положено. Фестиваль воздухоплавания продлится до 20 июля, а в субботу гостей фестиваля ожидает праздничная программа и потрясающее по своей красоте зрелище – ночное свечение аэростатов. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях. Переславль-Залесский.